Вот. Я-то больше играю фланг, а Саня играет больше центр. Ну, типа, я по центру, но только с фланга. К примеру, вот если бы мы играли на прошлой карте, Саня бы играл вот здесь, а я бы играл вот здесь. Это везде центр, но тут как бы одно, а тут второе. Короче, я играю более сейвовее, чем Саня. Саня прям тупо на агрессии залетает. Не, я, наверное, тоже залетаю, когда мне охота зарубиться с кем-то. Но когда мне не хочется катать лишние бои, я просто играю аккуратнее и делаю, типа, достаточно фрагов. А там как пойдет. Если меня убивает, я выхожу. Если, соответственно, меня не убивает и бой интересный, то я, типа, беру дублер, доигрываю до конца. Если меня, опять же, не убивает вторым респом. Преодолея, как играется, из 7, не очень приятно. Из объемных снарядов и из ломов, на которые ты попадаешь. Почему на второго плохое качество видео? Потому что там Full HD и битрейт ограниченный. На 1080 попробуй поставь. Так. Я хуй знает, что там стоит слева. Я даже не понимаю. О, а ты красивый. Ну, и вперед. Вот так никогда не выходите. Просто выходит на открытку. Если хотите заехать на точку на Б, то надо сделать с той стороны. С той вас так не прострелят, потому что там яма. А с этой прострелят. Потому что тут высота. Блять, там много народу. Там реально много народу. Типа, если я заеду, не факт, что я вывезу, потому что там может стать какой-нибудь 48-й ко мне лицом. Так как это шведы и немцы. Ну, типа, под КД заехать. Блять, опасно очень. Ну, похуй. Если что, запомните меня молодым. Он меня не слышит. Он глухой. Главное стрелять только в него. Еще тигр. Здесь очень много тигров. Так, пока рано ехать. Я не знаю, что там в дыму. Он может просто сюда выйти. Непонятно, как он стоит, сука. Привет, Денис, почему нельзя брать самолет в аркаде? Потому что... Привет, Мегатоник. Потому что надо набить очки и потом взять самолет. Все просто. Вы сейчас охуеете, но я думал, что когда я проезжал... Вот вы сейчас охереете, да? Когда я приезжал, я думал, что вот это тот, типа, назад откатился. Я, блядь, думал, он стоит вот здесь. По звуку он вот тут вот где-то был. Вот как будто за этими камнями. Все это время он как бы стоял тут, а? Отлично, да? Все это время эти типы стояли здесь. И им было совсем на меня наплевать. Круто, круто, круто. Бот-лобби какое-то. Но в это бот-лобби надо еще так заехать, чтобы бот-лобби тебя не убило. Это еще надо уметь. Так, ну смотри, типа, можно ломать ему ствол и потом убивать его в шапку. Но это долго, я потрачу все снаряды примерно. Давай переедем обратно. Вот сюда вниз. Хенш на меня не выйдет, а я убью быкана, убью леопарда и убью еще там какая-то машинка была.
Охуеть, там же брони нет. Чем он танкует? А видели прикол? У меня сейчас как будто фугас вылетел из меня. На секундочку прям я заметил это. Ему ленту. Нет. Не, ядерка тут будет, кстати. Если нужна, я могу сделать. Сейчас только добью. Ага, добил, блядь. Проверяй. Добил. В НЛД попал. Вот так вот ядерка, блядь. 2456, привет. Не будет ядерки. Все, стример сглазили, ебать. Оно выжило. Хуй ядерка, а не ядерка. Да. FL-10 прикольная машина, можно купить, да. Блин, я гуся не смог убить. А народу-то смотри сколько. Я уже 12 киллов сделал. Они даже не заканчиваются, блядь. Когда они такое видели? И я не видел, блядь. Я дал 12 киллов, а народу смотри сколько. Полный бой, блядь. И никто не вышел. Я очень плохо выстрелил, попал в трансмиссию, а он сходу меня вжарил. Наказал меня сходу. Жестко было. Так. Да, это прикол, конечно. А теперь прикол его найти. Да ты киберспортсмен, блядь. На ходу шмалять, видите как? Ну, кстати, мне накинул так довольно неплохо. Так, Porsche, да? Давай его пропустим. Тигров надо сюда пропускать на плоскость, чтобы они не рамбовали, ничего, чтобы ты мог просто взять их убить. Справа танк есть какой-то. Командир в борт. Вот и нерв. Наныли, да? В чате, наныли? Фига там тип мискликнул. Он нажал. Он только резнулся и сразу выстрелил. Ну тут угла нету. Типа. Нет угла, надо вниз ехать. Тигра добили. Мардера можно убить. Там мардер стоял внизу. Блин, одни тигры, капец. Так сколько тут эмилий-то, блядь? Одно... А тут пиздец. Ну все равно, ладно, придется делать ядерку. Придется делать ядерку. А почему 15 километров лететь? А, ну потому что я 7-7, да. Как можно было проиграть в этом бою, я вообще не понимаю.
Ну, по низам пойдем, че. Я не знаю, что это за катка. Куча хиншелей. Короче, куча каких-то эмилий. Вообще непонятно. Бульдогов. На меня самолет заходит, я не долечу, походу. А, это свой. Ну, если только он меня не собьет, конечно, то я долечу. Ну, тут слив, кстати. Не, он вроде адекватный, не хочет он. Ну, тут слив, реально. Я типа, не увидел Эмиля. 54-ка справа стояла. Ну, такая катка, конечно, забей. Но мне что нравится здесь... Как бы я делаю уже 15 фрагов, а они все играют, 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 играют. Ну прям, вот всегда бы так. Всегда бы так. Вот это прикол, да. Ну слушай, Эмиль меня поборол, пока я там тигра пытался расковырять. Вот видите, получается 7-7. Если играете, то лететь уже 15 километров. А если я играл, допустим, 7-3, то, возможно, я бы летел и, соответственно, 7 или 8 там. Сейчас хлоп в пилота, и все. Ну давай, бросай бимбо. Сейчас попробуем сломать бомбу. Сломаем. Взрывайся давай. О, видите? Я сломал ее. Я ее сломал. Теперь можно узреть бомбу. Как она взрывается. Правда, я разобью сейчас нахер. Не надо мне падать. Видите, я ядерку сломал, бой не закончился. Круто. Ты кто-то в чате мне подсказал. Не, в чате, в комментариях кто-то писал по поводу ядерки. Говорит, попробуй, сделай. Ну вот, попробовал. Сломанная ядерка. Только никому не рассказывайте, это забанит. Да. Короче, нужно переключать этот, типа, вот так. Смену вида надо переключать. И тогда в момент взрыва у тебя просто... Она багнется, и все. А если, допустим, был бы какой-то быстрый самолет, не знаю, типа сушки там, ну, то есть реактив какой-то, да, то можно ее так скипнуть, и потом в нее тупо залететь и полетать там. Это чисто прикол такой вам.